Не проглатываем, не пробалтываем текст. Да. Если что-то мы забываем, мы дальше, лишь бы не было пауз. Перед спектаклем актеры всегда взволнованы. Кто-то для уверенности повторяет текст, а кому-то легче побыть наедине с собой. Дебют в главной роли – еще одно непростое испытание для актера, с которым пришлось столкнуться Ирине Корабельниковой. Волнуюсь, жду успеха спектакля нашего коллектива. Все покажет премьера. Новая постановка Ларисы Гейлис посвящена семейным взаимоотношениям. Герои комедии «Мать и дочь» погружены в конфликт отцов и детей, а их друзья – любовная пара, которой предстоит разобраться в своих чувствах. По словам режиссера, зрителям точно будет над чем задуматься. Ну, каждый спектакль, он всегда новый. Но мы же придерживаемся комедийного жанра. Но в каждом комедийном жанре всегда есть смысл. Это же не просто бездумная комедия. Она всегда носит свою сферу задачи, что мы хотим сказать зрителю. К началу спектакля пустых мест в зале было мало. Зрители с удовольствием пришли посмотреть на игру любимых актеров. Они уверены, что премьера театрального коллектива «Твит» не обманет их надежд на интересное времяпрепровождение. Очень хорошие будет спектакль, наши будут выступать. Радости. Смеха ждете? Да. Смех, веселье, наслаждение. Какие конкретные эмоции будет сегодня? Ну, я вообще редко улыбаюсь. Ну, не похоже сегодня сейчас. Будет такая возможность? Естественно. Успех спектакля отразился в самых приятных эмоциях у зрителей. Полный зал, смех и аплодисменты, лучшие комплименты хорошей игре актеров. А теплые улыбки на лицах зрителей после спектакля ясно дали понять – комедия удалась. Арсений Рогозянский, Евгений Садовский, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.